Во имя Достоевского и анальной моркови. Ты еще кто такой? Ты похож на упоротого Фокси. Откуда вы беретесь, лисы, на мою душу? Что тебе надо? И как ты сюда попал? Акбигу-багуда, значит. У меня есть для тебя одна Акбигу-багуда. Шишмака-сыграш? Да, вполне. Да, вот так вот. Эта судьба будет ждать всех, кто будет приходить здесь хулиганить и вспоминать про разных камней. Тоже мне. Вот и живи теперь с этой штукой в своей жопе. Фу. Гей. Повсюду одни наркоманы. А. Эй, а ты точно уверен, что она там? Да там, там, ёпты, давай уже продолжай искать мою гарнитуру. Ладно, я пошла искать дальше. Тревор! О, святая морковка, я нанял тебя уборщиком, чтобы ты подметал какахи, а не устраивал садомию с лошадьми. Да все тут легально, она просто ищет мою гарнитуру, понимаете? Ничего такого, эй! Не кусайся, слышь? Простите, просто она такая большая и громкая. Ну фиг ли. Это тебе не китайская подделка. Мне просто надо быть спокойным. Спокойным. Ты справишься, Салли? Справишься, все будет нормально? Так, забудь про это. Этого не было. Что у нас дальше по плану? Нужно пойти проверить сервак с порнухой. Сколько бабла на PayPal пришло? Монетизация, сами понимаете. Эй-эй-эй. Привет, сервак! Как ты тут поживаешь? Да, я тоже нормально. Савыч, ты сходишь с ума и говоришь с сервером. Успокойся. Просто проверь файлы, и все будет нормально. Так, что тут у нас? О, мы заработали 200 баксов с продажи порнухи. Это больше, чем за год в пиццерии. Неплохо, неплохо. Так. А это что за каталог? Ого! Чика Private XXX? Фу! Надо посмотреть. Я-я, детка, начинай. Да, хорошо. Но извините, а вы точно продюсер? Да, не сомневайтесь, я. Ну хорошо, подайте мне кактус, я готова. Какая гордость, фу! Это даже хуже, чем видео, где Федор чистит зубы своими какашками. А, черт, я его не смотрел. Фу! Надо просто проверить каталоги. О, какая же гадость. А это что за папка? Фокси деля Покси Кастом XXX Свит Бани Цензоре Табу? Ха, нет. Я уже научен горьким опытом. Я это смотреть не буду. Не буду. Вот видите? Я могу себя побороть. Я не смотрю. Ну ладно. Гляну одним глазочком. Всего лишь одним. Мам, ты это... Ты чё? Ты сказал, что мы сюда пришли для того, чтобы найти мой невидимый сыр. Чё-то я его и не вижу, хоть он и невидимый. Но его явно здесь нет. Я знаю, что нам надо сделать, чтобы ты нашел свой сыр. Что я должен сделать? Я тебе, знаешь, не очень-то доверяю после тех событий. Сам знаешь, каких событий. Фокси, я дотронусь до одного места губами, и ты сразу увидишь невидимый сыр. А как мне узнать, что ты меня не на ЕЕ? Меня уже много раз все на ЕЕ. Я думал, что мне не на ЕЕ, а там такое ЕЕ, что просто Е на ЕЕ. Бом-бом, ты же пидик, понимаешь? Ты голубой. Ты просто гнойный извращенец. Как тебе можно верить после этого? В этот раз я тебе не вру, потому что ты красивый. О, ну разве так? Красивым не вру, да. Так что ты хотел сделать? Мне нужен мой невидимый сыр. Я просто спущусь вниз и сам все поймешь.
Бум-бум! А это что? Это случайно не камера? Нет? Нет, это не камера. Я не могу на камеру, бум-бум. Я. У меня в детстве травма была. Я себе утюг на писюн уронил. Нет, что-то это не камера. Это так. Я просто ракурс поправлю и продолжим. У камеры не бывает ракурса. Боже, боже, мои глаза. Мои глаза, они сейчас лопнут. Они сейчас лопнут. Мне определенно нужно в сортир покакать ртом. Меня сейчас блеванет. Дорогу из меня прет. Ого. Мистер Спрингтруп решил пока. Ха-ха-ха-ха. Давненько не видел, как он пукает. Фу, вонять-то будет. Мне нужно к белому другу. Боже, кажется, из меня вышли все мои грехи. Фу, фу, ты вызрал меня, я твой электронный опасный грех. О, мой глоб. Привет, Джон. Как твое здоровье? Наш милый босс Карл интересуется. Как твои успехи в пиццерии? Это ты, Дедкок? Да, это я, Джон. Но речь не обо мне. Понимаешь, у нас возникла проблемка. У меня тут тоже, знаешь ли, возникла небольшая проблемка. Меня так проблевало, я посмотрел порнуху. Джонни, Джонни. Иногда я не понимаю, что босс в тебе нашел. Впрочем, тебя и так уже здорово наказать. Тебя ведь пропихнули в тело этого вонючего зайца. Как я и говорил, Джонни, Лига злодеев тобой недовольна. В особенности Карл. Ты ничего не добился за это время. Где разрушение города? Где Беличи спит на улицах? Где Фокси, который ест младенцев в утробе матерей? Что они у тебя делают? Посмотри на них. Они смотрят мультики, какают, писают. Пропихивают лошадей? Это не серьезно, Джонни! Ты даже хуже, чем этот бабл-блю! О, да пошел ты в жопу, Дедкок! Сам бы попробовал с ними! Особенно с Федором! Это просто невозможно! Он срет! Тогда почему ты до сих пор не убил его, Джонни? Что? Убил? Ну... Ты не понимаешь, Дедкок! Карл, наверное, тоже не до конца понимает, они... Тут все не так просто, как ты думаешь! А с ними все сложнее, к ним нужен более мягкий подход. Эх, все как и говорил Карл. Ты размяк. Стал быть полезным. Ну что ж, придется применить наказание и внушение. Ха! Фу! Фу, что это? Это хуже, чем даже не знаю что. Это, Джонни, закодированный код, который прислал тебе босс. Сейчас я его активирую, и он промоет тебе мозги, и ты станешь злым. Может, не надо, я как-нибудь тут сам разберусь, а? Может, не надо? Ты уже разобрался. Порнуху посмотрел. Итак, закодированное слово для активации. Кок! Знаете, это очень больно. Как я люблю быть злым! Вот так вот, Спрингтруп. Теперь ты будешь злым! Злым, а я телепортируюсь отсюда своим волшебным телепортом и попаду прямо в рай к девственницам. Нашел что-то вкусненькое, похоже на краковскую колбаску. Я словно бы прозрел, словно бы просрал, словно бы пробздел, словно бы нюхнул свежака, словно бы в моей голове появился покаканный мозг, словно бы туалетная бумага, которая пахнет словно яблочки. И теперь я знаю, что мне надо делать. Эти аниматроники, они держат меня за идиота.
Но это не так. Время доброго дядюшки Салли подошло к концу. Салли, на вас насали! Да пошли вы в жопу! Я уничтожу вас! Я буду вас муштровать! Вы станете исчадьями ада! Вы будете всех доставать из ада! Милые аниматроники! Или вы и вправду станете демонами, или я сожру ваши души. Сожру ваши души. Блять, надо подмыться. Грусть, тоска, друзья. Никому я не нужен. Делать нечего. Зарплатку не платят. Контракты подтерты. Эй, Вудмен, как ты там? Мне здесь не очень хорошо. У меня попка не защищена. Мне здесь не сладко. И я очень страдаю от жажды. Мне здесь скучно. И плохо. Попка не защищена. Каждый заходит в пиццерию и кладет мне в попку монетку. На счастье. Это очень тяжело. А еще я хочу пить, но не могу. Слюнки глотаю. Это была сопелька. А, ясно. Слушай, а хочешь, я тебя водичкой напою? Конечно. Посмотри в мои глаза. Я ведь такой несчастный. Ха. Ну ладно, наслаждайся. Та-дам! О, сучка, ты что делаешь? О, я же не так! А? Чё ты там кричишь? Ничего не слышно? Пей до дна! О, как он глубоко заглотил! Я должен справиться! Я ведь герой Вудмен! Я не должен кричать, что это... А, сладко! Болик! Ой! Ну вот, закончилось. Ну вот. Все выпил, ничего мне не оставил. Жопа ненасытная. Грусть. Чем заняться честной лисе? Диндон, бери трубку, сука, возлюбленная звонит. О, нифига себе. Моя супермобила. СМС-ка пришла, ну-ка посмотрим от кого. Вот она моя супермобила. На китайском рынке купил. Гейфон 18. Говорят, самое лучшее. Даже миди-звук проигрывает. Ни у кого такой нету. Итак, что там написали-то? Фокси, приходи на сеновал в ближайший парк. Я буду вся твоя, а ты будешь расстегивать болты на моем несуществующем лифчике. О, нифига себе! Марго сама мне написала, нифига себе! Так, ну ладно. Значит, я все-таки крутой! О, да! Фокси де ля Фокси идет на свидание! Он будет делать кок и сос! Наконец-то! Я забыл, где дверь. Ауч! А, блин, чувак, какого хрена ты тут разлегся? Я бы твою задницу споткнулся! Я же спешу до свидания, меня нельзя сбивать с ног! Жопа болит, кок! О, знаешь, это ни хрена не аргумент, иди ты сам в задницу уже потрах! На свидание, кок! Воу, яуш! Привет, голова! А ты знаешь, куда я иду? Ну, если ты идешь в сортир какать, то я тебя разочарую. Тут занято. О, не-не-не-не-не, ты не представляешь! Я иду на свидание! Ого! Ничего себе! Я тоже однажды ходил на свидание с другой женской головой. Но у нас что-то не сложилось. Да? Чё так? Чё случилось? Ну, она подошла ко мне и говорит... Здравствуйте, молодой человек! Вы такой красивый, такой головастенький! Вы случаем не заняты? А, и ты? Ну да, ты же меня знаешь! Я и сказал, занят я, занят, иди в жопу! Вот и не сложилось, моя любовь! Ого! Ты такой опытный! Слушай, подскажи мне, как надо себя вести на свиданиях? У тебя же их целых одно было, и то не сложилось. Это же вообще пипец, мне совет нужен от такого босса, как ты. Ну, тут все просто. Мы недавно с бомжом... Пипец, ухо сквозь текстуры лезет. Мы недавно с бомжом... Да ухо! А, хер с ним. Мы недавно с бомжом это все обсуждали.
Он сказал, главное нассать в руку и помазать щеки мочой. Все, вот тогда все бабы твои. Ты так сделал? Ха! По дороге буду бежать и ссать и кричать. Я на свидание, Фокси для Покси самец, я пошел! Давай, мачо, беги к ней. Это самое. Не забудь проверить, есть ли у нее яйца. Сейчас это большая проблема, все бабы с яйцами. Прям сразу руку ей туда суй, понял? Да, я понял, голова, спасибо. Вот же сучка ловелас. Надо тоже с кем-то на свидание сходить. Эй, бомж! Что? Пойдем на свидание, мне одиноко. Пошел в жопу! Слышь, сам пошел. Фу, вот она, современная ядь любовь. Ах, Фокси, ну где же ты, милый? Господи, мне так хочется, чтобы ты оценил мое новое тело. Даже не верится, что оно может тебе понравиться, и мы будем вместе. Что? Какой еще гей-бар? О, кто это там кричит таким красивым голосом? Эй, да ёханый чебурек, вы же говорили, что мы пойдем в стрип-клуб, а не в гей-бар. Соник, Шадов, почему вы меня не предупредили? Ты проиграл свою девственность в карты, Кнаклис. Теперь ты получишь свое наказание, как ты и хотел. Да, мы повезем тебя в гей-бар, и там будет сладко. О, Мария. Эй, ну ёпта, я не хочу в гей-бар, у меня вечно проблемы в гей-баре, у меня видите, какие колышки на руках острые. Геи к ним вечно пристают. Ребят, ну пощадите меня. Нет, Кнуклис, нет. Продул в карты девственность, сделаешь, как мы говорим. Мария. Конченый гей, ненавижу. Ненавижу, педики. Вот говно. Чё ж придумать-то? Эй. Да, добрый день. Хуйня. Добрый день. Хуйня. Добрый день. Ох, что же это со мной такое творится? Это новое педопуковое тело, оно постоянно хочет мужиков. И ничего не могу с собой поделать. Вау, вот это тёчка, вот это лисичка. Надо бы ей вдуть. Эй, детка! Ой, это вы мне, да? Да-да-да, добрый день. Добрый день, добрый секс. Ой, а я так просто... Ой, здравствуйте, сексуальная ехидна, то есть неизвестная ехидна. А я ничего. Доброго дня. Давайте трахаться. Привет. Чёртово тело, оно заставляет меня хотеть мужиков. Даже эта урна, скорее всего, мужик. И эта лавка мужик. Мужики. О, да, детка, сейчас я приду к тебе, и вместе мы развлечемся. Эй, слышь, гей, мы тут все слышим. Мы в гей-бар едем, к бабам не смей подходить. Мария, мне нужен гей по имени Мария, моя память. Да, слышь, к бабам не лезь, да? Ой, да не пошли бы вы в попку мамонта, я вам больше не подчиняюсь, я ехидный, у меня есть пенис. Пиу. Привет, самочка, я та самая ехидна, на которую ты фапала взглядом. Что ты хотела мне такое рассказать? Кок. Я стесняюсь. А при чем здесь кок? У меня такой кок есть. Хочешь потрогать мой кок? Хо-хо, милочка, ну коли ты заговорила про кок, я могу тебе показать один проскок. Хочешь? О, я очень честная женщина, я вся горю, возьми меня. О, черт, не то, надо сказать что-то более честное, не такое пошлое, Да, я бы посмотрела, возьмешь меня своим проскоком? Да. Ха! Паса! Зе! Посол в зопу, блюдок, мангу моя! Я буду плевать ей в ротика, она будет слизывать гной с моих зубок, иди на! Пути в рот, гандун! Меня распидорасило! Ой, какая жалость! Сексуальная ехидна вдруг стала вонючей, распидорасенной и тупой! Фу, мне такая не нравится. Где Фокси? Не доставайся ты никому! Мое оружие распидорасятор 2000 уничтожит всех конкурентов! И все будут стрёмными, а я на их фоне буду красивый! Манго! Знаю, я люблю тебя, я пошёл писать! Что это был за знакомый голос? Похож на доктора.
Но что ему надо от меня? Неужели он хочет отпердулить мое новое тело? Фу! Мир спидорасил, спасите меня! Сквозь меня теперь все видно, это такое говно. Спасите меня! О, я иду, Ванна, вот он, я приближаюсь к тебе сейчас, ты должна быть где-то здесь! Да, нормально, я уже близко, что тут у нас здесь? Ого, нифига себе, ты еще кто такой, ну иди в жопу! О, вот и вали отсюда, здесь занято! Фоксичка, милый, милый, ты пришел, я так скучала по тебе, так не буду спешить. А ты, ну скажи что-нибудь, ну скажи, Фокси, ну что ты видишь, ну скажи. Вот, можно вниз посмотреть и так далее. Что ты видишь такое интересное? Как? Что? Уруру, моя стесняшечка, давай не стесняйся. Ну мне так хочется услышать что-нибудь приятненькое от тебя, ну иди ко мне. Уруру, мой сладкий лисеночек, ну давай, скажи своей подруге, как она тебе? Разрешаю потрогать. Это, конечно, все очень мило, но я, наверное, обосрался, обознался. Я искал девушку, ее звали Мангл. И вот ты ее нашел. Каковы твои действия? Что? Что? Стоп, погоди. Ты же нифига не Мангл. Я помню, какая была Мангл. Ей можно было задницу подтирать при желании, а ты такая вся идеальная. Ах, Фокси, ты всегда был мастером комплиментов. Ты реально считаешь, что я не я? Но я даже не знаю. Меня последнее время каждый второй на ЕЕ. И я теперь уже ничему не верю. Подхожу к зеркалу и говорю: пошел в жопу, ты меня на ЕЕ! А вдруг ты переодетый педопук? И мой невидимый сыр в опасности? В опасности! Вот. Глупая я дура. И на что я надеялась? Знаю это тебя, Фоксюша. Раскрою тебе все карты. Я договорилась с педопуком. Что? Но зачем? Фокси, милый, ну подумай, ну посмотри ты на меня. Что во мне изменилось после того, как я с ним договорилась? Ну, сделай ты хоть раз в жизни правильный вывод. Я позвала тебя в этот чертов парк, чтобы, блин, ты посмотрел, какая я новая и измененная. Давай уже, Фокси, логическая цепочка, соедини 1 и 0 и получи правильный ответ, гей. О, блин, это не так легко, как ты думаешь. Ты дашь мне 3 попытки, чтобы я попробовал угадать? Просто у меня последнее время проблемы с дедуктивной индукцией, но знаешь, как это бывает в эти лисьи дни. Ой, ну ладно, 3 попытки. Давай, Фокси, начинай. О, я люблю догадываться сейчас. Ты изменилась и позвала меня сюда, чтобы занять у меня мой невидимый сыр. Фокси, подумай сам. Занять невидимый сыр невозможно. Давай следующее. Я был точно уверен, что угадаю. Ладно, сейчас. Ты изменилась, чтобы... Да-да-да, чтобы забеременеть от педопука, родить ему детей, посадить этого педика на элементы и... Фокси, алименты, а не элементы. Ну? И чтобы купить себе на эти бабки копатель онлайн в Стиме. О, точно, по-любому все играют в копатель онлайн. Фокси... Я бы скорее себе хер на лбу отрастила, чем стала бы играть в копатель онлайн. А у тебя разве не было хера на лбу? Мне кажется, у тебя уже был. Значит, ты играла в копатель онлайн? Это был не хер, это был Кеша. А, точно. Но у него странное сходство с головкой. Просто иногда он себя ведет как хер лысый. Ладно, 3-я попытка, я точно сейчас угадаю. Итак... Я сдаюсь. Мангл, зачем ты это сделала? Зачем? Ну, я не понимаю. Я не понимаю. Фокси, зачем я сделала себе эту идеальную талию, эти горячие бедра, вернула себе милую мордашку, почистила зрачки до блеска,
вывела тараканов, которые завелись в моей отсутствующей механической заднице. Зачем я позвала тебя на свидание в парк? Почему я с такой любовью смотрю на тебя? Ну почему? Ну подумай, твою мать, сука! Педик. А ты хочешь... пукнуть? А, Мангл, милая, я понял, ты хочешь... закопать меня под землю, вырастить из моей задницы грушу и назвать эту грушу Томас. Почему ты сразу не сказала? Да нет же, дурак, нет. Ты как же, ну... Ты заставил меня это сказать, я сделала это потому, что я люблю тебя, Фокси, понимаешь, люблю. Как геймер любит новый джойстик, в котором нет тараканов и мочи. Мочи, сука, мочи! Фокси, я делаю это потому, что я люблю тебя, дурак ты, лисий. Как? А, что? Ах, Фокси, у меня микропроцессоры кругом идут. А, знал бы ты, как с тобой тяжело. А, ну что? Что ты теперь мне скажешь? Ответишь взаимностью или... или мне уже все? Пора пойти выбросить себя на свалку. Ну скажи что-нибудь для приличия, пожалуйста. О, ёхарный кабальбек Фёдора, Мангл! Это очень неожиданная новость. Я, конечно, понимаю, что ты хотела занять у меня деньги, которых у меня нет. Все хотят это сделать, но то, что я тебе вообще нравлюсь... Понимаешь? Ох, у меня внутри отсутствующее сердце обосралось. Понимаешь? Фу, мне пот выступил, которого не видно. А, Мангл, я даже не догадывался о том, что нравлюсь тебе, не говоря уже о том, что... Ну, я такой стесняшка, понимаешь? Понимаешь? Я даже не знал о том, что ты испытываешь ко мне чувства. Что? Что, Фоксик, как это ты не знал? А тот раз, когда мы были вместе после того, как тебя починили? А все эти мими-ми-ня-ня-ня, над которыми ржали подписчики? А как же тот случай, когда ты засосал меня, выбросил на свалку и был со мной до утра в говне и мусоре? Я думала, это что-то значит. И я думала, ты просто стесняешься мне сказать. Я думала, я просто недостаточно красивая. И когда я стану достаточно красивой, все изменится, и ты возьмешь меня своей единственной. И у нас будут лисятки, но виртуальные, в покемонах, может быть. Но неужели это не так? Фокси, милый мой Фокси, я останусь одна и обосрусь. Я окончательно запутался и нифига не понимаю, о чем ты говоришь, Мангл. Я пойду домой катать грязь в подмышках. А ты мне потом напиши, может быть, когда-нибудь встретимся. Ой, все, Фокси, ой, все. В этот раз я тебя так просто не отпущу. Знаешь, что я тебе скажу? Пока ты в радиусе досягаемости моего тела, я возьму тебя, Фокси, возьму. Я задушу тебя бедрами. Уничтожу, разорву, возьму и вообще иди сюда! Попался, лисеночек. Сейчас мы будем спариваться так, что шестеренки во все стороны полетят. Готово все. О, Мангл, стой, я еще маленький, я еще не готов. У меня интеллект недостаточно большой, чтобы тебя поразить. Какая разница, какой у тебя интеллект, Фокси, большой или маленький? Важно другое, Фокси. Насколько большой у тебя... А, стой, Мангл. Давай сразу договоримся. Честный секс без обязательств с малым количеством насилия. Потом ты мне еще игру в Стиме купишь. Фалаш 4. Заткнись, иди сюда. О, какая шестеренка. Мангл, это не шестеренка. О, привет, ребята. Доброго дня. Финн, он куда-то ушел, наверное, за пивом. Вас, наверное, интересует вопрос. Чем же таким занимаются Фокси и Мангл, что издают такие сладкие звуки? Ну, понимаете, у нас 16+. Поэтому мы просто-напросто не можем это показать. Да и вообще это фейк. Эти звуки издают не они, а мои руки. Смотрите, вот, смотрите. О, я рука по имени Фокси, и меня трахает Мангл, чтобы ничего не показать и отработать статус 18+. А я Мангл, и я возьму тебя прямо на улице, как потная куртизанка. О, да! Так что видите, никакой пошлоты. Только телепузики и добрые детские сказки.
Что мне плохо? Слышь, Джейк, я там это, шлюх снял. Пойдем уже развлекаться, они там еще кокс принесли, вообще улет будет. Финн, ножи снимают, дурак ты упоротый. Ну-ка давай, входи в роль быстро, боже, позор. Ой, да нет, конечно, все в порядке, ребята. Мы тут с Джейком просто решили рыбу половить. Да, так что все в порядке. Нет, что вы, то, что вы слышали, это так, были шутки. Я же не наркоман и не шлюхотрах. Нет, конечно, нет. Да, рыбу он решил половить в говносливе. Не наркоман. Ой, знаешь что, Джейк, знаешь что? Пошел ты в жопу. А, Фокси, боже, будь близок со мной. Что это? Блёбаная телепортация, ебаный рот! Симсалабим, ёба! Эй, ёпте, я застрял на воздухе! А ну, сука, пусти меня! Ай! Ого, нихрена себе, у меня оргазм! Я аж медведя из жопы вылазящего увидел! Фокси, это не у тебя оргазм, я тоже это говно вижу! Фёдор, ты чего? Ты чего сюда пришел? Да хрен его знает, монгол. Сегодня режим гипершапочки просто через жопу работает. Куда ни телепортнусь, везде одна жопа. Энду бы точно понравилось. Сегодня случайно в общественный туалет телепортировался. Сидят люди, и тут хоп, появляется огромная жопа в туалете, а из нее я. Жопой в туалете. Я же нарушаю спокойствие. Тьфу. Это самое, Фёдор, я рад за твою жопу в туалете, но у нас тут как бы интим. Может быть, ты все-таки дашь нам заняться паблик и все такое? Да, Фёдор, обрадуй подписчиков, посмотри, я почти взяла эту лису. Ну, почти, пятый раз в корне взяла эту лису. Может быть, даже 18-й раз в минус 5-й степени. Так что съегобычь-то, пожалуйста, отсюда. Фу! Да я бы и рад оставить вас в покое, да только я не просто так сюда пришел. У меня приказ. Приказ скалолаз? А приказ кок-спецназ? Не, еще хуже. Мистер Спрингтруп сказал всем собраться в пиццерии. И что это очень важно, особенно для такого куска говна, как ты, Фокси. Да пошел он в жопу, я его вообще теперь, блин, не уважаю. Что мне сделать? Видишь, у меня тут тёлка, она мне пузо чешет, да? Да меня не волнует. Босс сказал, надо сделать, иначе всем конец. Мир умрет. Сауэч сегодня пипец злой. На него не похоже, так что я тебя забираю, Фокси. Сильно не кричи, я спрячу тебя в своем багажном отделении. А с каких пор у тебя есть багажное отделение? Что значит с каких это пор? Как бы когда родился, так сразу есть багажное отделение. Все, иди сюда. А, Федор, а ты часом ничего не перепутал? И я уже даже не говорю, что ты не спрашиваешь меня моего мнения насчет Фокси. Почему ты ко мне пристроился сзади? Пипец, Федор! Ты мне куда-то вошел, у меня Линукс в нос закачался, пипец, нам же сейчас бсотнет нахер! Ой, ну прям, прям вот Мишке пошалить нельзя. Я, между прочим, тоже горячий мужчина. Монгол, да я тебя чмокну. Это значит нет. Ой, ну идите-ка вы в жопу. Недружелюбные, не дающие медведям потрахаться существа. Пойдем, Фокси, пропихивайся в меня. Хватит. Я, слышь, полегче со мной, я, между прочим, очень нежная лиса, меня только что починили, я могу пукнуть, и тогда ты умрешь. Я вообще нервный.
Федор, сучку Анну, отпусти моего мужика, он мне нужен. Я еще не кончила с ним дело кончать. Ну, ты уж не серчай на меня, монгол, но приказ есть приказ. Меня, быть может, еще за тобой пошлют. Вот тогда мы с тобой развлечемся. Я в тебя козюлями бросаться буду, чужими. Поехали, Фокси, режим гипершапочки ждет. Ах, подонок. Стой! Вперед! Сквозь время и пространство, какая на лету! Ох ты, сучий медведь, упер моего мужика! Ну и что мне теперь делать? Вашу мать, мне нужен новый мужик, чтобы я смогла уничтожить его бедрами. Ну где же мне его найти? Эй, подруга, уничтожь бедрами меня! Я пока уничтожил бедрами Джейка, но он, кажется, сдох. Уничтожь бедрами меня, и мы сдохнем вместе! Фу, какая гадость, малолетки сраные! Дайте мне уже мужика! О мой бог, о мой бог, о! Наконец-то меня впидорасило обратно. Этот вонючий ублюдок меня полностью распидорасил своей пукалкой. Вонючее устройство! Интересно, пацаны уже приехали? Мы, кажется, спешили в гей-бар. Мне нужны мужи... Здравствуйте, мистер Ехидна. У меня для вас сюрприз. А? Что? Какой сюрприз? Ты мужик, и я уничтожу тебя своими бедрами. Чё? Погоди! Слышь, Соник, мы, кажись, приехали. Я сам вижу, пидорас. Ты лучше скажи мне, где Наклз? Да вот же он, Мария. Да, уничтожать мужика бедрами. Уничтожать мужика бедрами. Нихера себе. Да этот педик бабу нашел. Фу, теперь он натурал. В гей-бар мы его с собой не возьмем. Фу, гребаный натурал. Прямо как я в юности. Нельзя таким быть. Ты опозорен, Наклз. Позор, позор, позор. Мы поехали в гей-бар без тебя. Нет, мужики, не бросайте меня! Эта лиса мне дредину в жопу засунула! Пожалуйста, спасите! О, заткнись, мой сладкий! Сейчас ты узнаешь, что такое двойное сдавливание бедрами со стороны попки! Пошел в задницу, натурал вонючий! Мы уходим к звездам! Гей-бар! Гей-бар! Уходим в гей-бар! Гей-бар! Ох, хорошо. Ау! Фуф, ну и телепортация в этот раз снова через какую-то задницу. Все, Фокси, теперь ты дома. Собирайся с мыслями, иди на собрание, пока Спрингтрэп тебя в какашку не стер. А я пошел. Мне нужно делать математику. 2 × 2 = медведь. Этот медведь в жопу пень. Где ты? О, кажется, и вправду я дома. О! Здравствуйте, мистер Фокси. Как ваши дела? У вас там сегодня какое-то интересное мероприятие? Вас уже все заждались. О, привет, Сойка, а чё там за... Ой, здравствуйте, мистер Херня. Как ваши дела? Давайте обойдемся сегодня без вот этого вот. О, прямо туда, да? Вот прямо туда. Да вот так не в этот раз! О, ох уж эти нравы. Узнаю родную пиццерию. Кто-то кого-то пропихивает, кто-то за кем-то гоняется. Фу, говнецом несет. Это Федор. Ладно, пойду посмотрю, что там от меня хотели и что там вообще творится. Ня-ня-ня-ня-ням. Ого! А это еще что за событие такое, а? Эй, ребята, что у вас тут? Вау-вау-вау-вау-вау! Ребята, чего здесь происходит-то? Привет, мистер Спрингтруп! Привет, Чик!
Мать моя женщина, что это за ад такой? Что здесь происходит? Чика, что случилось с Чикой? Она, конечно, была просто ад, но это вообще, это просто неестественно стрёмно. А, Фокси, здравствуй. У меня к тебе будет отдельный разговор. А теперь помолчи, пожалуйста. Чё? Что значит помолчи? Это вообще беспредел. Меня теперь никогда на Чику не встанет, она же просто фу, ёпты. Фокси, ради собственного блага помолчи, здесь не шутки, ёпты. Да, заткнись и пропихнись. Фокси, еще раз ты меня перебьешь и пожалеешь о том, что вообще сюда пришел. Фокси, тут кое-что изменилось. Пожалуйста, молчи ради собственного блага, иначе он меня опять трахнет. Холок. Мистер Спрингтрэп, не серчайте, он же еще не... Молчать! Ять! Вау-вау-вау, да ладно вам, мистер Спрингтруп, чё это вы такой вдруг злой стали? Все знают, что вы в душе добряк. Вы лучше расскажите, что тут произошло, а то вы знаете, я, между прочим, нервный и могу устроить бунт. Кулак. О, мой, занято. Это же просто занято. Это жестко. Босс, я, пожалуй, пойду отсюда. Тут как-то занято. А ну на место. Окей, босс, только не бейте. Это же пипец, просто жесть. Я сейчас так займусь. Эй, тише. Прекрати истерику, а то нам всем пипда. Ты же не хочешь стать таким, как Фокси? Или как Чика? Чика тоже бунтовала. Посмотри, что он с ней сделал. Итак, господа наркоманы, тунеядцы, пропихиватели и коки в десятой степени. Время ваших детских шалостей подходит к концу. Сегодня утром со мной связалась Лига Злодеев. Они очень недовольны вами и мной. О, видит тьма, я пытался с вами по-хорошему. Но никак нельзя вас исправить. Вы упоротые. Поэтому теперь все будет иначе. В туалете дадут горячую воду? Ура! Ой. Кстати, да, дадут. Но это не самое главное. Теперь я заставлю вас всех быть злыми. Злыми! Босс. Извините, конечно, босс, у меня тут к вам пара вопросов, ну, как бы, все же знают, что эта пиццерия названа моим фамилией и именем, и это значит, что у меня тут как бы есть некоторые права. Так вот, если мы как бы все положим на вас кок... И взбунтуемся? То, ну что вы сделаете? Ну упорите нас как Чику. Мы так уже упоротые. Нам ничего не страшно. Да, ребята? Ну да, в целом да. У меня есть мечта. У тех, у кого есть мечта, нет страха. Ой, хорошо пошло. Я вообще занят. Тем, что тут занято. Ну, как бы да. Вот, босс, видите? Так что, может, мы придем к какому-нибудь компромиссу? На нас где сядешь, там и слезешь, понимаете? Ах, Фредди, милый мой Федор. Не умнеешь ты? Много я с тобой возился, и все-таки такой же глупый, как и раньше. Хотя, постой. Возможно, ты в чем-то прав. Наказание может вас не напугать, и даже не пронять. Вы так упорты. Но я могу сделать кое-что намного более страшное. И тебе лучше не знать, что это. Да нет же, почему? Ха, мистер Салли, блефовать вздумали? Скорее всего, это не сработает. Да, ребята? Мы не боимся мистера Салли, он типа такой страшный. Федор, не перегибай палку, мы еще не знаем его козырей. Да уж, Бонни, милый Бонни. Ты всегда казался мне чутка умнее остальных. И да, у меня есть козырь. Желаете знать, что это? Хорошо. Еще одно слово поперек моей воли, и я уничтожу ваши детские души.
верю! Откуда у тебя такая сила? Бонни! Бонни, он же это, он же гонит, да, это же блеф! Фёдор, я боюсь вас всех разочаровать, но у ребят из Лиги Злодеев есть это полномочие, понимаешь? Так что я лучше пойду возьму метлу и уберу говно из туалета, пока меня не распидорасили. О, моя пицца. Да. Бойтесь, бойтесь, доброго дядюшки Салли больше нет. Бойтесь и подчиняйтесь, и убивайте. Мама, мистер Салли, слушайте, а если вы уничтожите наши детские души, мы же все умрем, да? Ну да, типа того. Как же ты без души жить будешь, тупая, что ли? А если я буду совсем без души, мертвая и тупая, я не смогу больше играть в Тетрис на раздевание? Нет, не сможешь.